Добрый день. Хочу показать магазины в моле внутри, но поскольку снимать нельзя, буду заходить и выходить. То есть зайду, крутнусь немножко в магазине и выйду. Вот так вот. Магазин Michael Kors. Немножко покручусь и... Hi. Немножко покручусь и уйду, поскольку снимать нельзя, они меня засекут. Michael Kors фирма очень хорошая. Ну как очень? Ну не тап-тап лайн, но я имею в виду не совсем-совсем наверху. Но неплохая. Так, цены здесь тоже больше, чем в обыкновенных магазинах у них. Потому что в обычных магазинах тоже есть Michael Kors. И там маленько-маленько подешевле. Так, все эту фирму знают. Сумки, украшения, одежда. Вот такой магазин с телевизором здесь. С экраном целым. И такой он темный. Tommy Bahamas называется. Ну, хорошая фирма это. Очень темный. Магазин Tommy Bahamas. Bahamas. Немножко дорогой такой бренд. Дорогая немножко одежда в Tommy Bahamas. Они есть в других магазинах, эти Tommy Bahamas, я имею в виду одежда этой фирмы. Но цены немножко кусаются, и хотя все равно людей много. Но это центральный молл, магазин такой центральный, поэтому здесь, конечно, народу приезжего тоже очень много. Очень много. Так. И... Обычно мужские рубашки такие вот красочные, шорты мужские здесь нормальные, такие пляжные, такое все. Одно само название Bahamas уже говорит о том, что поехали мы с вами на Багамы, да? Так. Особенно, да, рубашки. Вот мужчины здесь крутятся. Любители красивых цветных, разноцветных рубашек. Забит людьми магазин. Даже некоторый беспорядок. Да, дорого, конечно, здесь. Здесь где-то 150 платится, $200 платится. Вот брючки где-то, наверное, там. Долларов 70, 100, 120, вот так вот. Может быть, даже еще и подороже. Но, как всегда, в Америке есть скидки, которые вам очень понравятся. И люди знают, летом большие скидки, зимой большие скидки, перед, не зимой, а в ноябре и в декабре перед Крисмасом. Вообще говорят, что на Крисмас, то есть... Говорят так, что, говорит, Америка покупает в дни Крисмаса 80% всего, что она берет за целый год. Говорят, что так, потому что в крисмасовские дни распродажи идут очень большие. И людям нравится это, конечно. Присматривают в течение года, что купить, а потом раз и раскошеливаются. Особенно на крупные вещи, на какие-то, например... Телевизоры, там компьютеры, вот такое большое. Вот.
буду пробегать по магазину очень быстро, по магазинам очень быстро, не останавливаясь, потому что это съемка. В некоторых магазинах темно, они специально делают темень. И съемка у меня горит. Ну, то есть, вот, я имею в виду, экран телефона горит, и они видят, что я снимаю. А снимать нельзя. Поэтому зашла-вышла, зашла-вышла. Вот так вот я буду ходить, а вы посмотрите на магазины, какие они у нас тут есть. А вот это название, вот тут, где мы с вами ходим, я даже не знаю его название, этого магазина. Все здесь розовое такое и с зелененьким отливчиком, да? Зелененько-голубым отливчиком. Первый раз, по-моему, я здесь. Может, и была когда-нибудь. Не знаю, какое-то. Сейчас я посмотрю на название магазина, какой-то бренд здесь. Вот. Такая очередь стоит за кофе. Здоровенная. И я хотела взять, это Starbucks кофе, но такая большущая очередь, что не знаю, прямо так. Пойдемте в богатющий магазин, не богатющий, а дорогущий магазин, вот так вот я скажу. Дорогущий магазин. Посмотрим, что здесь есть. А, я его, наверное, по-моему, как-то снимала. Не в этом молле, может, в другом молле я как-то снимала наверху. На втором этаже, там, где были платья, одежда, а внизу, ну, как обычно, внизу всегда парфюмерия, сумки, обувь, а наверху всегда одежда. Вот, и мы сейчас пройдем, наверное, к обуви. Сейчас посмотрим, что там у них есть. В этих магазинах, конечно, у продавцов зарплата повыше, но не такая она у них и запредельная, эта зарплата. Вот. Сейчас я посмотрю обувь здесь, что тут у них есть. Это магазин всех пахучих веществ. Hi, good, thank you. Пахучие все вещества, все эти кремы для тела. Называется тело ванна, body bath, тело ванна, еще какое-то слово там, кроме тела ванны есть. Очень пахнет здесь хорошо. Здесь должны быть такие раковины, по идее, где можно помыть руки вот этим вот. Ну, намазаться и тут же помыться. То есть, или это попробовать. Должны быть раковины. Что-то я тут не вижу. Обычно в этих магазинах есть такие раковины, стоят красивые, с цветами украшенные. И в них можно помыть руки. Вот. И как-то брала я тут и свечи пахучие есть, и все эти крема, гели для душа. Шампуней здесь, по-моему, нет. Нет, здесь только гели для душа, лосьоны для душа, лосьоны для тела, гели для тела. Вот. Детвора крутится здесь. Кстати, детям же в Америке нельзя ходить самим, да? Я, по-моему, говорила. Ну, вот где-то мама ходит, и они здесь при ней. Вот. Очень все пахнет классно. Классная продукция такая. Опять же, о Крисмасу, на Крисмас бывают такие распродажи сильные, что просто процентов 70 цены. О май год, процентов 70 цены уходит на скидку. Опять я свалила что-то сумкой своей, неудобно держать телефон и сумку. Вот, а что это такое? Пахучка, наверное, какая-то прищепка с пахучкой. Вот,
И очень часто. А это вот продавщицы, американские девчонки. Вот они, продавщицы в фарточках, да? Молодые. Обычно в таких вот пахучих магазинах здесь музыка гремит обычно. И всегда берут на работу молодежь здесь, конечно. Очень часто тети продавцы старые, да, в Америке. Но вот именно в таких вот магазинах парфюмерии всяких берут молодых. И вот такие они у нас здесь, девочки. Jesus Christ. Какой-то магазин, тоже не знаю, вот такой вот он задекорированный. Что-то такое джинсовое здесь. И, по-моему, из натуральной кожи. Сандалики всякие. Так, хоть бы ничего не свалить. У меня сумка на плече висит, и она такая довольно-таки объемная. Вот я ею свалила. Я ею свалила там эти пузырьки с кремами. Вот. Даже не знаю, какой это магазин. Тоже что-то первый раз, по-моему, здесь. Во Флориде будет носить вашу тунику. Это люди приезжие могут только взять. И сколько стоит эта туника? Сейчас я вам скажу. $69 вязаная туника. 69. Так. Ну вот это цены в центральном молле, в магазине, брендовая одежда, да? Вот они эти с натуральной кожи сандали, такие под кантри стайл, кантри американский. Вот. И платья здесь такие кантри стайла тоже. Платье тоже под кантри, такой под выцветивший ситец, под старый. Что-то вот такое вот в этом роде. Ну, красивые, своеобразные такие, на каждый день такие. Флоридские такие мотивы. Вот. Такое вот холщовое деревенское такое. Холщовое деревенское. Так, уходим из холщового деревенского. Здесь опять же туники какие-то такие. Это какой-то молодежный магазин я пришла. Не то, что молодежный, но такой джинсовый. Ну да, молодежный, можно сказать. Опять не посмотрела его название.
И в основном я смотрю здесь мужской. Нет, женская та сторона, а эта сторона мужская. Джинсы, шорты, шорты, джинсы. Немножко обуви. Так. Распродажа, вот 60% офф висит. Все кофточки. Да, это молодежный такой вот магазин. Такой ХБ. Картоновая одежда, хлопчатобумажная. Вот. Магазин «Экспресс», вот его я знаю. Хороший магазин. Такой он тоже джинсовый, такой вот повседневный, casual, хороший «Экспресс». Может быть, этот бренд есть и в других странах, не знаю точно. Но он неплохой. Даже натуральные, вот из замши натуральные курточки. Стоит она, это натуральная, 198 для натуральной курточки. Очень даже нормальная цена из натурального замши. Около $200. С таксом будет немножко дороже. Такая мотоциклетного такого плана. Вот. Даже натуральную нашла. В Америке очень редко можно кожу натуральную. Не то, что редко, можно найти, но поскольку они ее не любят носить и вообще как-то мало принято. Вот это не искусственная, конечно, вот коричневая. Вот, поэтому она как-то не продается здесь в большом количестве. Музыка играет, наверное, мне запретит. YouTube не пропустит этот, не пропустит мне вот это вот мое хождение сегодня. Выходим из этого магазина, из «Экспресса». You too, thank you. Так, очки. Michael Kors. Сумки. Сумки Michael Kors можно найти везде. Они не из натуральной кожи, но в основной массе не из натуральной кожи. Во всех молах и магазинах можно найти Michael Kors-овские сумочки. Вот, так, магазин. Talbots. Заходим сюда. Здесь такая вот одежда, знаете, для дам такого вот уже преклонного возраста. Но мне, как кажется, под этот магазин. Ну, вот как вот эта бабушка, да? Вот как вот это. Как для вот этой женщины. Типа того. Вот. Такой популярный он среди пожилых американок. Женщин. И цены такие здесь не сказать, что они дешевые. Ну, такой чисто американский бренд. Такой простой одежды. Ну как простой, ну такое вот не вечернее платье, не вычурное здесь ничего. Такого катонового такого вот качества, такого вот американская майка. Прямо как американский флаг сделано. Вот. Ну, вот так выглядят вещевые магазины.
в наших краях, везде они одинаковые, эти вещевые магазины по всей Америке. И все это в сетях, и этот магазин тоже в сети. В принципе, здесь я никогда ничего из этого Талбота не покупала. Даже не знаю почему. Что-то я как-то сюда и не захожу. Ну, такой вот, ну, простой он одежды. Ну, вот как вот этот манекен, да? Вот что-то в этом роде. И ткани такие простые, катоновые, знаете. Шелками там не балуют. Там все такое лен, катон. Так, Джесси Рью. Пошли сюда. Молодежный. Продавцы, вот как продавцы одеты, вот продавщица пошла, джинсы, рубашка. Так, в принципе, и магазин соответствует этому. Простой. Молодежненький магазин. Простые катоновые платья, такие прямо, которые мнутся даже, знаете. Ну вот не все любят такое качество, знаете, что прямо дотронешься и рука радуется, так скажем, да, нет? Носят и такое. Но это больше здесь для молодежи. Здесь и мужская, вот там вот дальше коллекция вижу. Женская тоже. Вот. И даже немножко детского здесь есть. Вот такого. Вот такого. Ничего особенного, уходим. И еще эти все магазины сконцентрированы в молах. Они сетевые, и поэтому в молах, конечно. То есть одиночно вы этот магазин не найдете нигде. Ну, может быть, где-то в большом городе, где-то, может, где-то в Нью-Йорке. Вы его найдете одиночно, но навряд ли. Все завязано в сети. И сетевые магазины всегда в больших-больших универмагах, в молах. Вот. Так, это у нас следующее что? А, это темнющий магазин. Темнющий. Очень темный магазин. Здесь вот на этом экране часто бывает кино. Сейчас его нет, кино. Мужская одежда, женская одежда. Тоже молодежная такая вот. Молодежная. Но этот немножко получше. Никогда тоже я в нем ничего не покупала. У меня муж одевается сам. Бывает, и мы с ним шопаемся, тоже ходим, но вообще он очень-очень самостоятельный. Он знает все по своим длине рукавом и штанам. Вот, поэтому меня не представляет никакой... Джинсов много, очень джинсовые шорты джинсовые, молодежная одежда, майки, футболочки, все для юных. И эти, как вы видите, посетители юные здесь, я имею в виду покупатели.
не олень, лося морда была. Там девочка стояла, кассирша, не хочется ее направлять, на нее показывать лося и девочку вместе. Купальники, шортики, так. Выходим, идем дальше. Так, продолжаем в ГЭСовском магазине смотреть. Вот такое платьице для девочки, да, классное. Вообще. Это 50% офф, 99 что ли оно стоит. На распродаже. Вот еще белое, красивое очень. С такими штучками. И 158, не знаю, на распродаже ли оно или по full price. Красивое, но extra small размер. Его можно, в принципе, как тунику носить, да? И так, что здесь еще? 50% off, вот они. Вот такие жесткие брючки. Безусловно, это не натуральное, но в Америке, не знаю, в Америке или нет, но фирменные сейчас пошивы, они идут не в натуральной коже. Есть, конечно, с натуральной, но очень много ненатурально идет. То ли дабы животных сохранять, не знаю, с какой целью. Вот. Майки вот эти, блестючками красивые. И вот эти маечки красивые. Сколько они там стоят, не вижу. Но у них же этот бисером вышито, да? Бисером вышито. Так, там мужское, по-моему. Ага. А, мужские куртки. А ну дайте посмотрю сейчас мужское. ГЭСовская продукция классная. Она любого даже человека, мужчину сделает помоложе. Не то, что помоложе, но я имею в виду. Пожилого даже сделает юным. 39. Красивая вот эта майка. Husband моему, что ли? Хорошая. Это еще надо его спрашивать, будет ли он ли это носить. Брюки такие вот. С замками. Что тут еще? Пиджак такой. Жесткая. Но это не для Флориды. Так. Так. Так, 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 так. Так, ну здесь мужское. Майки вот такие, с дырявыми плечами, очень маленького размера висят, не пойму, это большие что ли, ой, в смысле оставшиеся что ли. Так, сарафаны ГЭСовские, ой, ничего хорошего, он какой-то немножко стеклянный. Не. А, вот эту я в прошлый раз мерила такую, только это большого размера, я мерила меньшую. Ага. Вот такая туника 108. Не пойму, это полная цена или нет. У меня такие брюки есть подобные. Хорошая такая. Да?
бетовская, и 108 она стоит. Но это на осень. Рано еще об этом думать. В Америке продается одежда по сезону. Комбинезончик маленького размера. Последний. Вот это вот все на распродаже. Вот то, что в бардаке вот так вот не сложено, это все распродажа. 50% офф майки. Вот, ладно, переключусь сейчас, а потом опять включусь.